Ты книжку читаешь? Да? Ребята, всем приветики. Всем привет. Мы приехали в снег. Видите, все вокруг белое. Классно. Будем сейчас гулять. Как будто зима. Да. Снежочек. Вся парковка полная. Здесь их много. Ну и снега нормально. В том году здесь, по-моему, было меньше. Люди, смотрите, катаются. Просто горка какая-то малюсенькая. Но люди катаются. Ну. Эмили сливается в снегу. В белом. Ой, тут скользко, аккуратно очень. Страшно. Маленькая ходит по снегу. Такая классная. Надо прям в снежок уйти, чтобы... А потому что тут раскатали. Не надо, надо. Вот, сейчас пойдем вот туда, можно походить. В другую тоже сторону. Ей так нравится. Уси, она ходит где-то. Каля. Скользит. Ты такая классная, дочь. Иди вон по снежку, иди, тут не так скользко. Цветочек. Так на самом деле классно смотреть, как для ребенка какой-то, я не знаю, просто снег, просто какой-то цветочек, столько эмоций. Давай ей снег в руку дадим. Давай. И вот оттуда надо отковырнуть. Вон там уже кто-то поковырял. Смотри, снежочек. Он холодный, между прочим. Хочешь потрогать? Смотри, папа трогает. Он такой достаточно холодный. Да ладно, снег холодный, быть такого не может. Ой. Это снег. Это снег. Ну вот ручку держи его. Она уже видела снег, но... Смотри, оба! В таком осознанном возрасте. Да-да, сразу съесть, попробовать снежочек. Скажи, снег. Скажи, снег. 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 Хотели взлететь на дроне, чуть не получается. Почему не получается? О, сейчас получится. Нету связи? Все, да, появилась связь. Ну, что-то долго. Ну, в горах тут страшно. Ну, да. Все, появилась связь. Этот телефон обычно не ловит толком. Классно, все-таки получилось взлететь красиво, так горы. Скользко так вообще. Да-да. У вас катись горки. Ты уже накаталась. Что? Да, ты просто не видел, пока ты летал, я каталась на горке. Че ты врешь мне? Я летал. Вся в белое. Я летал и все видел. Ну как обычно, кстати. Белые обе. Жесть, тут лед прям. Да. Скользит, идешь такой, смотрите. Она что-то едет, бормочет, голову положила на перекладину и такая, типа, как же я устала. Ты спать хочешь? Ты хочешь спать? О, камера! Ты хочешь гулять?
Пойдемте вот прям в снег отойдем. Правда, тут какой-то он весь раскатанный. Надо вот здесь походить. Вот здесь нет, не раскатанный. Все, пойдемте. Я нашел место, где можно походить. Паркуй вот здесь в коляску. Паркуй. А зачем ты там? Чтобы она по снегу походила, прям провалилась по колено. Да она уже устала. Устала. Скажи, ну что ты не селась, я готова бегать. Ты думала, ты сюда зайдешь и вы провалитесь? Да, что-то не было, не провалит. Вот сейчас, смотри, вот тут давай, погнали. О. Да, он уже подрастаял и такой, да. Ты посмотри, он сними там, как он блестит. Вот нереальное какое-то. Блестящий снег. Кто помнит, как мы тут летом гуляли с Пашкиными родителями, туда вот ходили. Киза, ты ходишь по снегу? Вот, смотри, тут она, видишь, прям проваливается. Вот, провалилась, провалилась. Вау! Давай, дальше, поднимай ногу. Идем. По снегу. Проваливаемся, но мы все равно идем. Мы не сдаемся. Давай, давай. Поднимай ногу. Оба. Доча! Оба. Опа! Опа! Аккуратно, тут скользко. Мама, знаете, какая паникерша у нее? Так, мы поехали с горки. Просто потому что кое-кто постоянно калечит себе что-то. О, боже мой, на попе? Не мокро стало сразу. Капец. Забирай дочь свою. Мама? А пупочек знаешь где? Пупок. Пупок знаешь где? Мы ее научили пупок. И она такая показывает и говорит пупок. Или у себя находит. Пупок. Бежит. Пупок. Пупок, скажи. Пупок. На камеру не будешь? Ай, такая прелесть. Так, аккуратно тут ходите, я переживаю очень за вас. Папа паникер вообще. Катись горки. Вон, стой только. Повыше так. Все-таки заставил меня. Подожди, мне страшно. А что ты так высоко-то забралась? Ты что? Ты чуть пониже. Я думал, ты отсюда поедешь. Ты нифига как высоко. Не катится. А, нет, я буду мокрая. Фу. Ты как капризный ребенок. Такая ты красотулька, если честно. Киска! Киска! О, лавочка, смотри. Просто как будто на полу из-за снега. Сижу. Классно? Мне кажется, уже замерз пальчики. Нет? Ну нет. Теплые. Так я тоже пальцем начала двигать. Да, тебе так нравится снег? Мы гуляем. Она облизала пальцы. Да нормально. Да что тут чистый снег? Ну, но ей обязательно надо попробовать снег. Ты что, в детстве снег не ела? Конечно. Ну, на, держи, дочь, пробуй. Шутки за 300. Ка. Калинка, малинка, калинка моя. Так классно тут на природе, да? Да, вообще хорошо. Легко как-то. Не холодно, вообще такая хорошая погода, да? Угу. Это 8, да, кажется? Машина? Да. Ну, ощущается, что плюс 15. Да. Скользко, да? Топ-топ-топ!
Это госпиталь вроде какой-то. Здесь, смотрите, вот вертолет садится. Прям так низко. Кошка и котята. Весь день мама кошечка. Мама кошечка. Значит, котят. Малютки то спят, то пищат, то едят. То пердят. Шумели ласкаются к маме. Хотя, как большие с усами. Да, вот котеночек, видишь, он ест молочку. Мы же вернулись домой, покушали. Эмили поспала. Проснулась и села книжку читать. Сегодня она по книжкам. Так она ее уже порвала. Ну, это нормальная ситуация. Это она просто отклеила. Да. Что-то такого-то. Да здесь еще страницы не хватает. Да? О-о-о. Молоко нашла. Это молочко. А это котенок маленький. Котенок, видишь, с усиками. Такие смешные. Да. А это кто? Полизята. Ее как бы ничего не интересует, кроме как, что можно достать эти штуки. Просто такая, так, что там, где написано? Так, чук, выбросила. Что там? Капуста. Доча. О. Что? Она знает, что конечно делать. Ты видела? А желтый куда? Желтый, может быть, сюда надо? А вот это у нее палец движения, это профессиональное. Она там все шарики, кругляшочки со стены отодрала. Золотые, которые я клеил. Да. Давай следующий стих читать, давай. Зайчиха и зайчата. Вместе с мамой зайки пляшут на лужайке. Можно словно. Загрузка. Как-то... А, боже мой, можно славно порезвиться, пока нет лисицы. А ты что думала? Пока словно. Можно словно. Променяла книжку на шмотку. Это будет выбор, там, сделать уроки, почитать книгу, либо, да, пошопиться. Эмили пойдет в магазин. Сейчас пойдет, Тому оденет. Нет, просто кругаля даст. Но тебе уже одни штанишки одеты. Ты еще хочешь они одеть? Подскользнулась на носке. Ну что?